2 июня 1990 года в селе Парканы в первый раз собрались депутаты всех уровней Приднестровья. По словам участников тех событий, в адрес Тирасполя и Бендер тогда уже высказывались серьезные претензии по поводу подрыва государственности Молдовы. Чтобы отвести взгляд от этих городов, местом проведения знакового события выбрали Парканский дом культуры. На крайние меры пришлось пойти, потому что приднестровских народных избранников в Верховном Совете Молдавии попросту игнорировали. Депутаты с левого берега неоднократно подвергались преследованиям и угрозам. Это был депутатский корпус, чисто депутатский корпус. То есть, вы понимаете, мы тоже хотели соблюсти принцип, чтобы он имел какую-то законодательную базу, основу, понимаете? Даже мы знали, что нас будут обвинять, потому что с Молдовы приехали несколько человек на наш этот съезд. И был там зампредседатель Верховного Совета Молдавии. Я хочу вам сказать, что если он будет объявлен сейчас съездом, то буквально в понедельник все эти решения будут признаны недействительными. Потому что это противоречит закону. Значит, вы приглашены на собрание депутатов. Это не противоречит закону собрания депутатов. Но чтобы назвать его съездом, эти решения будут признаны незаконными. Следует отметить, что на первом съезде не решались вопросы организации новой республики. В повестке главным значилось формирование свободной от Молдовы экономической зоны. После неоднократных провокаций по прошествии 4 месяцев депутаты собрались вновь, но уже с решающим вопросом в судьбе Приднестровья. 2 сентября 1990 года в Тирасполе состоялся очередной и самый важный съезд депутатов всех уровней. Во главе с СТК, рабочим комитетом БНДР, всех трудовых коллективов нашей республики, приняли вот это политическое решение, я вам скажу, знаете, сняло это решение очень большой стресс со всей будущей Приднестровской Молдавской республики. Нужны были какие-то действия, адекватные Кишиневу. И вот одно из самых основополагающих действий в ответ Кишиневу вот было создание на втором съезде, который проходил в театре, создание нашей Приднестровской, Молдавской, Советской, Социалистической тогда республики. Образовать Приднестровскую, Молдавскую, Советскую, Социалистическую республику в составе Союза СССР, прошу голосовать. За. Прошу объяснить. Кто против? Воздержался. Принято единогласно. Александр Богатый, Первый Приднестровский телеканал.